This is the walking street, Vietnamese people, and actually this is the touristic area, the old quarter. People hanging around, this is walking street, so that mostly at the weekends, roads being closed. Лоттеры, оказывается, здесь я где искала. Смотрите. Темпл. А там я не знаю. Потом посмотрю. В обратном пути буду поподробнее снимать. Пока что. Наслаждайтесь видом. Короче, я свой шлем сняла, кстати. Надеюсь, ни с кем не столкнусь. 20 минут вон там, да. Давай пройдем еще что-нибудь. Да. Есть, по-моему, еще какой-то ресторан. Да. О, папа! Смотрите! О! Пробка! Все пробка, да! Смотрите, какая красота! Я бы тоже хотела покататься, а на одном из них. Ты бы хотела покататься? Почему? Потому что ты сама. Лица нет. Вот это вьетнамская кафешка такое, студенческая. А вот туристы! А сейчас мы здесь будем фоткаться. Дэшка, скажите что-нибудь. Это кафешка, мы кофе, я не допила свою пепси. Тут мороженое есть еще. Спасибо Наташке, мы сейчас гуляем, благодаря ей. Сегодня она решила, что мы погуляемся и встретимся в Маке, но, к сожалению, там мы не смогли, потому что там такая суета. Спасибо, Наташа. Приходите. Ну, кстати, это тоже красота. Тут сейчас чувака на кресте сейчас расфигачат. Нан. О, хайл. Смотрите, катедрал. Это наша красавица. Натаха. Вон там мы в кафешке сидели. Вот здесь, оказывается. Ничего, создать кто-то. Очень мои хорошие, я видео сняла, блин, тень на фоне. О, во, фоткать, смотри, как они фоткаются. Смотрите, какой мотобайк у этой красавицы. Блин, вообще прикольно. Красавица. Ни хрена себе. Все, что можешь видеть здесь. Я не обратила на мотобайк. Я просто обратила на ее шлем. Начинает, ну да.
прикинь, моя бабушка, вьетнамка, она это, садись, говорит, я там дрожу. Что? Все окей? Я пока... Ты пробовала ихнее, вот это мороженое просто? Нету ни сливка, ничего. Они говорят, ой, обожаю. Я не пробовала. Все, короче, сняла для вас увидеть. Хорошие реакции свои оставляйте. Давайте поднимем мне активность. Я вам еще больше чего буду показывать. Наташечка, наша красавица.